Мы сейчас едем на нашу новую квартиру. Мы там красили стены. Сначала мы неправильно поняли арендодателя. Он у нас спросил, можно еще покрасить стены перед тем, как вы заедете. Мы такие, о, окей, классно, да, мы хотим покрасить стены. А оказывается, языкового барьера мы часть его слов вообще понимали, часть не понимали. Да, подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии. Отлично. Вот, и он, оказывается, имел в виду вообще, чтобы мы покрасили эти стены. В итоге он купил краску, инструменты все, и мы вот красили стены. Были дырки в стенах, потому что когда финны уезжают, они забирают с собой все. То есть здесь квартиры полностью пустые для сдачи. Голые стены, все полки, даже люстры, лампы, маленькие светильники настенные, все-все-все, короче, полностью подчистую снимается. И нам вот как минимум еще нужно где-то найти 6 ламп, люстр. Остается только обычный душ и кухонный гарнитур. Иногда вот кухонный гарнитур полностью оборудован. Чаще здесь есть уже и посудомоечная машина, плита, вообще все-все-все. Но вот у нас нет посудомоечной машины, мы будем ее искать, покупать, потому что место под нее есть пустое. Вот. Посудомойки стоят вообще, ну, недорого, нормально у них такие цены, на удивление. Поэтому мы обязательно купим. И сейчас вам примерно покажу. Вот там еще у нас такой большой объем работы. Вот, подкрашивание. Вообще я хотела с гардеробной квартиру, но нам не удалось найти здесь гардеробную квартиру. В том районе примерно, в котором мы хотим. Чтобы не пришлось менять школу, можно было до школы дойти с ребенком пешком, потому что машина у нас одна. Вот. Сейчас вам все покажу. Вот такой вот стаканчик со льдом стоит 1 евро. То есть 100 рублей. Просто стакан со льдом. Есть маленькие по евро, 2 евро, 3 евро. Тоже вот Starbucks и другие вообще разновидности кофе. Здесь 750... Где написано? Вот здесь 750 миллилитров. Стоит 5 евро. Мне нравится вот именно Starbucks, латте и карамельный. Чего подпить, не знаю, была она бесплатная или нет. Но я просто взял. Думала, что мы сегодня будем чистить окна, но не подумала, чем мы их будем опять чистить. Круто, что ты его нашел. Как ты его нашел? Ну, я вспомнил, что это ключ нужен. Трубочки здесь, кстати, всегда бумажные. Даже палочки у чупа-чупс бумажные. Какого она размера? 1.2 метра окно? Да. Это чуть больше двух, наверное, даже, потому что здесь 3,5 метра ширина,
Да, вот она двухметровая, вот открывается на вот такой вот ключик. Сейчас беру. Просто цельная такая. Давай ты это сделаешь, чтобы я себе ответственность сняла. Да. Но я его подвину сюда. Вот такое вот тогда. Вот. Люстра. Вот здесь, получается, полки были. Тоже все сняли. Здесь тоже видимо зеркало было, сняли. Эту комнату слава будет. Все, пока-пока. Здесь встроенные вообще жалюзи в окнах. О май гад! Чего их так много? Я не знаю, как они туда попали. Значит, оно что, продувает, раз здесь только мох? Если она хочет посмотреть, пожалуйста. А, ну вот, смотри, там дырка типа... То есть зимой дует, получается, или что? Ну нет, через это не будет дуть, я думаю. Да нет, это такое. Хотя это типа тоже займется. Устала убирать. Наверное, часа 3-4 мыла просто кухню. Она вроде бы чистая, но вроде бы и нет. Много ящиков, но без доводчика. Короче, устала. Бардак, как будто это никогда не закончится. Вот. А это мы когда первый или второй раз приехали, увидели, что здесь есть вот эти вот винты. И я сразу нашла такую качельку, мы съездили и купили. Стоила она 39 евро. Как-то так, как будто бы я не... в доме убиралась, а на улице грибы собирала, ужас какой-то. Я их стирала в стиралке, наверное, несколько дней назад. Да, перед моим... А, нет, ну, около недели. Около недели назад. Колючие? Так. Ну да, колючие. Поставь на место, где сел. Мы приехали поискать люстры, как нам сказали, что это есть в Кирписе. Интересно. Но почему-то здесь нет. Больше похож на какой-то
антиквариатный кирпис. Пахнет как у бабушки. Ну, естественно, да? Как иначе? Велик даже ставит. Стиралка. 95 евро. Она в точности такая же, да? Да, люстр не видать. Что это такое? Тоже что-то есть. Что? Ух ты! Ценная история. Открытки? Открытки? Ну, эти. А сколько они стоят? Да. О! Дай мне потрогать. Ну, так себе. Надо чистать. Да, они просто декоративные, наверное. Голубок. Поставь аккуратненько на место. Сейчас. Девяносто четвертый год. Тиная история. Я здесь. Мама, хочу тебе это показать. Пойдем. Я хочу. Мама, сколько я заснула чая? 45? Угу. Вот такие розетки должны быть. Это проще в Икею поехать и там все купить. Да, кстати. Прикольно. 130 евро. О, зеркало. Тоже старинное. Сюда вниз. О, прикольно, слушай, Катя. 180. За что? 180? Может быть, лет ей 180? 180. Что это еще такое? А, что, Слава? Слышу, это кондиционер работает, Слава. Мне нравится эта картина. Возьмем за двадцатку? Че, классно? Даже интересно. Ты знаешь, пахнет как деревня бабушки. Да, да. Кайфуешь? Старинная. Да. Старинная. На этом ты крутился? Да. Это что такое? 84-й. Всякие влиятельные люди, что ли? Ой, такие розовенькие. А что, тут будем сидеть? Здесь, садись здесь. Здесь. Все. Хорошечно. Это для Саки. Вот и до папы. Пойдем, Слава. Дальше, дальше. Тут слишком много всего. Ну, типа, ты говоришь, типа, что он такой маленький. А ты... Ну, я думала, маленький.
Она этим же так же скрипит, как в фильме. Она выглядит как из фильма ужаса. Пойдем. Ну, короче, приехали в Икею. Мне кажется, подрабатывает там, если что, крутим, съедем. Да? Ой, такие сотейники классные. Вот эти вот. Смотри, какой классный. Да, тут салат такой на всю семью. Только семьи. У нас не хватит на этот салат. Типа пончик? Да. Детское кресло. Садись. Он такой милый. Садись. Привезди эти утиные истории, они даже да. Просто забавно. Сколько диван стоит? Или он маленький? 150. Я думаю, нормально. Ну, я их раз, вот что-то такое там. Он такой хорошенький, мне нравится. Да, тоже так ковер положить. Вот здесь будет телек у нас. Ну да. Ой, можешь Саве такую детскую взять? Ты такую хочешь? Ну, мне просто понравилось. 29. Такая классная. Она закрытая, смотри. Ну, главное, чтобы свет достаточно был. Ну, будет недостаточно. Вот такие мне нравятся какие-то. Мне такая нравится. Мне тоже нравится. Куда мы повесим, на кухню или в зал? А тут просто пробиваешь и в итоге счет. Ну попробуй что-нибудь пикни. €7. Икея. Ну так минималистично будет. Да? Как раз над столом, блин, идеально, слушай, над столом прям здесь. Миленько. Ты куда? Здесь вот такая... Да? Типа идеально? Думали, что она стандартного размера, но везде в Икее продавались вот такие вот мелкие. И мы чисто проверить взяли одну, а по факту они подходят. Блин, такие пятна. Нет, там со шпаклевкой. Это там сейчас шпаклевать. Угу. Идеально. Да, еще вот такую взяли. Она стоила... Неизвестно, что там внутри. Десятку, да? Да, она на двух сторонних скотч. Может, она на батарейках как-то светит? Да, нет, это он есть же. Для провода. Я там оторву сейчас.
И что это? А, тут все на двух сторонах скачет. Нет, это уплотнитель. А что? Это получается уже свет? Светодиодный или что это? Интересно, как она светится. Ну, я думаю, для коридора вообще пойдет. Ну да. Где-то, по-моему, 20 стоило, да? Или 24? 24, наверное. Ну да, 20 с чем-то. Славина комната такая прикольная. Твою комнату, да. Вот, да, открой. Ладно, я сама. Спасибо. Тоже через внутрь. Мама здесь, да, мой балдас. Да нет, там как угодно может быть. Просто это все прячется здесь. О, здесь даже ломка сделана, чтобы узелки не завязывать. Как хочешь. А может быть и в других так же? Там такие же штуки да, есть? Да, ну, типа, ты высоту регулируешь. Круто. Сейчас я врежу с тебя. Давай, не вылезайся. Мы всегда так. Еще взяли такую вот вазочку. Минималистичную. За 1,5 евро. В Икее. Кстати, в Кирписе в этом от 10 евро были такие вазы. Притом не новые, БУ непонятно какого года. Как ты там? Что еще мы взяли? А, еще взяли наволочки. Вот эти серые, по-моему, стоили 5 евро из 2 в упаковке. И по 2 евро белые наволочки. Вот. Для зарядных приборов. Опять не включил? Все включил. Все? Да. Все, дубль 2. Пока, дом. Слава, скажи пока, дом. Пока. До свидания. Да, прощай, милый дом. Сколько мы проживем на новом месте? Интересно. Сколько? Одному Господа Богу известно. Угу. Когда он нам подарит наш дом? Как молиться будем, так подарит. Начинай сегодня. Отче наш. Сегодня ночуем здесь первый день. Вот такая вот у нас кухня. Здесь мы замачиваем кактус. Надеемся, что там будут корни, и мы его посадим. Да, это не точно. Такая вот кухня. Тут мы только все занесли. Это комната Славы. Тоже здесь пока не поставили. Это наши лампы. Здесь тоже такая самая обычная. Такой у нас коридор. Здесь такие шкафы. Здесь всякий мусор. Мы первый день сегодня здесь, поэтому сегодня 1 августа. Господи, точно. Все. 1 августа. И такая вот ванна. И, кстати, я испекла пирог.
Он такой простой, первый раз пробовала сделать такой пирог, называется заливной, с луком и с яйцом. Попробуем. Как это на вкус? Вышли первый раз прогуляться по нашему новому району. Просто все эти дни. Круто. До этого был сильный дождь. Ну и сегодня он как бы есть, он сейчас идет. Но мы вышли, его не было. Он как тут он начинается, то опять заканчивается, непонятно. Но мы решили все-таки выйти и прогуляться, потому что мы весь день ждем, когда он закончится. Но больше, чем на 5-10 минут он не заканчивается. А вот это что такое, Слав, ты знаешь? Вот это что такое? Да, вот это. Что это? А, крутиться? Понятно. А, такая же, да, в садике стоит. Я так понимаю, здесь многие частные дома отапливаются на дровах. У многих так стоят дрова возле дома. Блин, мокро. Мокро. Да я смотрю, улитки. Маленькие, смотри, большие. Такое семейство.